продовжуємо відкривати нашим глядачам цікаві книжки для читання взимку. І зараз поговоримо про дитячу літературу із нашою гостею. Це головний бібліотекар, першої категорії відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Євгенія Якушик. Доброго вам ранку. Я хочу представить несколько серий книг. Я принесла по несколько экземпляров. Есть дети, которые заявляют, мы совершенно не любим читать. Издательство «Зеленый Пес» позаботилось об этом. Они выпустили серию книг для тех, кто не любит читать. Как же может подолать вот такую нелюбовь ця серия книг? Ну, смотрите, сейчас все книги выпускаются очень яркие. Они приятные на ощупь, их приятно держать в руках. И они сразу притягивают взгляд. И что хорошо, в таких книгах позаботились о том, чтобы у детей не уставали глаза. Они сделаны специально, специальной бумаге, написано крупным шрифтом для того, чтобы было приятно читать и не уставали глаза. А картинки есть? Картинки, конечно, есть, с иллюстрациями, все как положено. Вот такая вот серия. Я принесла только несколько экземпляров, все остальное можно, конечно же, прочитать у нас. Во время школьных уроков бывает нудно, неинтересно. Есть такая серия, рекомендована для читания под партою. Дивіться, яка інформатика у нас тут є, фізика. Чому ці книжки варто читати під партою, як рекомендують їх автори? Ну, к сожалению, сейчас у детей не так уж много времени для того, чтобы можно было прочитать что-то для себя. Именно этот вариант, чтобы как бы замаскировать какой-то учебник и прочитать что-то для себя. Вот такие вот у нас есть книжечки. Але відкритий секрет, це не інформатика і не фізика. Конечно же, это не информатика и не физика, це таємниця великого сканера, чисто Янгел та інші книги з цієї самої серії. Что еще хотелось сегодня показать? К нам пришли вот такие вот прекрасные, очаровательные книжечки. Вот вы знаете, я бы хотела, правда, повернуться до этой книжки. Чи, книжка, взагалі-то, повинна навчати розумному, доброму, вічному. Да. Чи, чи не навчить ось така книжечка, ось така підміна якимось не дуже гарним якостям, наприклад, обманювати старших? А, нет, конечно. На самом деле, любая книга – это развитие, прежде всего. И тем более, что всегда будет интересно что-нибудь прочитать. Тем более, близятся праздники. И что у нас ассоциируется с праздником? Это, конечно же, победа добра над злом. Это какая-то сказка, это чудо. И такие книги дают именно такое ощущение. Поэтому иногда можно и расслабиться. А под партою книжки, власне, не, дуже, не варто читать, а находить для этого час. Да, это просто название серии книг. Ну, очень интересная, оригинальная, как по мне. И хотела бы еще показать, это такой, скажем, культовый автор Рольд Дал, который написал всем известно «Чарли и шоколадная фабрика». Да. Но я принесла к мальчику в пару еще и девочку сегодня, Матильду. Она тоже не менее интересна, так как то есть, ну, и для мальчика можно было почитать, и для девочки. Мы готовим до цієї книги тест 99-ї сторінки, але він буде показаний в наших наступних програмах. А сьогодні просто презентуємо цю книгу для читання да, з дітками. Вот раз, на яку кстати, категорію да. дітей ця книга розрахована? Ну, так скажем, середнього школьного возраста. Тобто, якщо для тих, хто не любить читати, це більш молодша категорія, вот это серия тоже можно для средней школы, и также и эта серия. Очень интересно, как по мне. И что мне нравится, в центре книги, в центре повествования всегда остается ребенок. Им будет очень интересно читать про самих себя. Ну что ж, ваши побажання нашим юным и дорослым глядачам. Ну я хочу сказать, чтобы вы всегда находили время для того, чтобы насладиться чтением, так как я так говорю, как библиотекарь, и чтобы можно было провести интересное время с пользой. Знаходьте час для своей дитини и привчайте ее до хорошей книги. Дякуємо вам.